и красный где-то вот там. Но справа может настигнуть нас какой-то мужик. Твою мать! Все, так и знал. Смотрю, стекло раздолбанное, сейчас оттуда в рука вылезет. Так и случилось, блин. Блин, называется вылез. Сразу мышка разрядилась. Да я пока не совсем понимаю, о чем прикол игрушки. Типа просто ужастик какой-то. Детектив. Детектив? Все да. Нет. Это случайное стечение обстоятельств. Психушка. Спец надо почти расследование. Нет, просто наверняка упекли из-за того, что зачем-то копает. Я же говорю, что я предполагаю, что весь остров завешен в одну огромную эту аферу с этим безобразием. Они все сектанты, приверженцы этой религиозной культуры. Поклонение этому культу. Да чтоб тебя, что ты меня-то замечаешь сразу? Во всех местах, блин. Надо, блин, изучать все его ходы. Смотреть. Вот он пополз куда-то, фиг знает куда, не знаю. Рассечение кровопускания, рекомендации. Нафига мне эта книга? Что тут у нас еще есть? Могу использовать это колесо. Лично я нашел колесо. Случайное стечение обстоятельств. Видишь? Чисто все зависит от везения. Сейчас он вернется назад. Я смотрю еще немного. Все, вот он пошел назад. Я пойду и осмотрю кухню. Понял, на кухне делать нечего. Там мужик стоит, что-то делает. Меня может тоже может спалить. Когда разворачивается, там ходит. Вот он ходит сюда. Да блин! Что ты там пошел смотреть, блин? Как я прячусь? Побежал он смотреть, блин. Психов не видел. Все посмотрел, вали обратно. Да, вот так. Иди отсюда. Блин, теперь я этот запалил, да? Прекрасно. Не один, так другой. Да иди ты нафиг. И все же нормально. Так, это стоит там. Этот не идет. Все, вот этот проходит. Я захожу. Нет, не захожу. Да, захожу. Я нерешительно. Быстренько осматриваем здесь все. А, мы можем здесь заныкаться. О, идеально.
Так, и тогда у нас будет больше времени на осмотр. Я не понял схему, как он обратно сюда приходит. Он что-то там долго где-то стоит, ждет. Вот, фонарь. Он проходит здесь кружок. Чёртовы патрули. Встает там, упирается в стену. Офигевает над стеной. Потом поворачивает. И идет отсюда. Все, главное присесть еще. Нам нужно найти второе колесо. История медицины. Нам нужно еще одно колесо. Колеса здесь нет. Мне нужно колесо. Так, здесь у нас ничего нет. Пока он там ходит, блин. Смотрим, здесь у нас ключики. Не знаю, на кой нам ключики, но нам нужны колесики. Нам нужны колесики. Быстро мы ищем колесики. Нас интересуют только колесики. Оп, здесь можно спрятаться. Прятаться пока нам не надо. Так. Самое главное, что мы теперь можем выйти здесь. Все, отличненько. Сохраниться бы где-нибудь как-нибудь. Я надеюсь. Уши как-то сохранены. Так, эти два психа там стоят. Мы взяли ключи. Два ключа. Можно посмотреть наш инвентарь? Что за два ключа-то я взял? Ключи от чего? Так, в этой части... Ё-моё! Сколько вас здесь? В этой части я еще не был. Давайте последим за ним. Так, он пошел куда-то вокруг. Может, он просто обходит кружок? Так, этот побежал туда. Здесь вроде никого нет. Так, включаем ток посильнее. Оп! It's done. Now for the others. Теперь к остальным. Архивы. Архивы. Есть тут кто? Буду надеяться, что здесь никого нет. Фу, здесь никого нет. Отлично. Здесь можно спрятаться, да? Окей. Давайте смотреть архивы. Здесь никого. Сара Хокинс. О, Сара Хокинс. Она была здесь пациенткой? Незадолго до смерти. Это была не первая ее попытка поджога. Деменция, self-inflicted wounds. Ирен Сандерс, жена Фрэнсиса Сандерса, поместила своего мужа в клинику, когда он начал проявлять явные признаки безумия. Глубоумие. Анатомия, антропология. Nothing surprising. Ничего удивительного. Зоология, эзотерика, минералогия. Полка про головоногих. Целая полка про головоногих. Ужас. Головоногие — это у нас эти октопусы. Осьминоги, да? Головоногие. Осьминоги, каракатицы. А, можно было просто по проводам найти, да? Что куда идет? А если может ударить током от обязанного провода? Ну, пока вроде не было случая. Так, зеленый провод. А, пошел-то. Тык-тык-тык-тык-тык.
Юный провод. Ты где? Блин, в лампе нету. Он поверху нигде не идет. А, вот он, да, он поверху шел. Эй, мужик, ты чё забеспокоился-то? А, вот, вот для чего нам ключ нужен был. Отлично. Да, блин, нас кто-то палит, беги! Беги, закрывай за собой дверь, блин. А-а-а. Ой, блин. Так, он решил сюда не заходить, да? Или нет? Зайдет, нет? Сюда не зайдешь. Да к чему тебе? Чё ты здесь толкаешься? Ни хрена не видно. Особенно с этим рыбьим глазом. Так, я ползу. Я ползу на коленочках. О! Да ладно. Я просто с другой стороны зашел. Блин. Ну нафига мне ключ от этой двери был. Я нашел только одно колесо. Вот в чем моя печаль. Now for the next step. Было бы логично взять это колесо, один раз его включить, забрать, поставить другое на другом месте и опять точно так же включить. Они же одинаковые. Люди, вы знаете, что такое универсальность-то, ё-моё? Эх, кому я объясняю? Это же просто игра. Ну где мне взять этот? Еще, а, кстати, еще один рубильничек. Theoretically, I've only got one. Теоретически, мне осталось нажать только один рычаг. Теоретически. Теоретически надо его еще найти. Я предполагаю, желтый один раз и красный где-то вот там. Но справа может настигнуть нас какой-то мужик. Твою мать! Все, так и знал. Смотрю, стекло раздолбанное, сейчас оттуда в рука вылезет. Так и случилось, блин. Ах, придется ждать этого мужика, который там прибежит. Предсказуемо. Предсказуемо, конечно. Но обосраться я всегда успею. Даже когда предсказуемо. Да ладно. Порой бывает даже, когда особенно предсказуемо. Когда ты этого ожидаешь, еще страшнее? Да. Оу. Не знаю, как по мне, когда ожидаешь, уже как-то можно морально подготовиться. Не, ну я бывает просто, когда неожиданно на меня нападают, я бывает чисто на автомате сработаю, я бывает даже не замечаю и... А, так этот чувак меня пугал. Типа, а что произошло-то? А, нифига ты. У тебя все в точности наоборот. Ну, может быть, так. Подлец-то, а? 2, 3, 4, 5. Что, не буду? Блин, заходить не хочу, никому заходить больше. Все, меня напрягает. Куда этот провод ушел? Гребаный насос. Черт, я надеюсь, они не встанут. Это будет дерьмово. Они дохляки.
Они дохляки, но они сейчас встанут. Это будет мега эпично. Я сейчас зажгу. All the levers are active. Ток. И они сейчас встанут. Так. Всю электрику я включил. Вот только я не нашел это. Колесо я, блин, не нашел. Что мне делать без колеса-то? Без колеса меня домой не пустят. Так, куски человеков. Надо найти глаза. Они точно видели. Они точно могли видеть. Эту крутилку. Блин, мужик идет сюда, да? Нет. Если бы мужик бы шел сюда, я бы его всегда бы здесь и палил. Так. Воу, тихо, ты меня не видел. Сели, встали. Отлично. У меня есть зажига. Вот так-то. Понял, мужик? Мне не нужна лампочка. Чтобы зажигать. Где? Где это колесо? Блин. Где мне это колесо найти? Так. Вот сюда же я не ходил. Три. Нет, здесь имена. Блин. Чего в таких местах находить? Желание просто отсюда побыстрее выбраться. Вот Ведьмака второго тоже там есть миссия, блин, в этом. С психушкой. И Нильфгардцем этим. Который поджег психушку. Вот там тоже такая миссия, что хочется побыстрее отсюда свалить, блин. Чуваки, есть у кого? Подайте колесики. Подайте колесико. Хочу колесико. Кстати. А, горячо. Здесь-то колесика нету. Блин, ну где это колесо? Ну может быть. Вот то я случайно нашел. Твою мать! Так и знал, что сейчас вылезу, и он меня запалит. Все. Кого здесь нет? Я предпочел бы вообще не прятаться. Стрелочки вроде подсказывают, спалил он меня или нет. Я сюда залезть не могу. Здесь везде этот газ. Это место я не осматривал. Здесь прятолка. Так, подождем, пока она оттуда выйдет, да? Вот он выходит. Сядем здесь. Подождем, пока он пройдет.
И спокойненько за ним проследуем, чтобы так не торопиться, легко, вальяжно. Блин, вот Outlast этот стрёмный. Кто здесь? Здесь никого нет? Ну, ты разговариваешь, да? Да, нет, лучше присядку. Блин, ну вот искать... В одной из камер это, по-моему, мега тупо. Искать эти колеса. Так, здесь я буду. Блин, остается у нас только одно. Только одно место. Вот это вот. Почему звук такой? Прекратите. Звука этого не должно быть. Так, этот в углу здесь сидит. Этот проходит, а этот еще не успел пройти. Ну, мне как раз вот стоит вот тут посмотреть. Я вот тут не так внимательно просматривал. Так, как он пойдет сейчас? Он сейчас пойдет назад? Или он сюда пойдет? Так, он разворачивается и идет вот сюда вот, да? Все, он идет сюда. Он зашел сюда. Где? Где это дурацкое колесо? А-а-а. Боль. Лесенка работает, нет? Лесенка не торбайта. Бинты, 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 бинты. Ничего нет. Так, вот он. Выходи мимо. Выходи мимо. Пошел нафиг, мальчик. Так, прекратите. Уберите эту музыку. У меня типа палят, да? А мне типа пофиг. Бежит за мной как хочет. Я прячусь. Так. А вот и ты. И этот сюда прибежал, да, такой, типа, о, а что здесь такое? Проходи мимо, блин. Я там что-то вижу. Иди, смотри. Видит он что-то тут. Блин, ну где второе колесо? Самое дерьмовое, искать то, что у тебя под носом. Ну хватит на меня смотреть. Да нет тут никого. Вот так вот. Поработаешь и сам станешь психом. Будет мерещиться всякие ползающие чудаки. На коленках бегают тут типа. Всякую фигню тырят. Ой, блин, надо еще раз почитать эту инструкцию. Так. Это кто это и зачем он сюда идет? Зачем он сюда шел?
Так. Теперь колеса для управления газовыми кранами после каждого применения должны быть возвращены в кладовую. Кроме того, их использование необходимо вносить в соответствующие записи в журнале. Регистрационный журнал. Где они? Где второй? Я его наверняка просто не вижу. Просто не вижу где-то в темноте. Я просто слепой. Блин, ты смотри. Сразу колесо нашел. Офигеть. Это то, которое так долго не нужно. Да. То самое уникальнейшее. Одно из четырех. Так, врубаем на всю мощь. Ладно, открываем. Так, газ. Нужно спрятаться, пока не вернулась охрана. Вот, черт побери, все. Равно придется доложить. Так, электрический разряд для чего? Для чего я ток собирался шарахнуть? Не знаю, блин. Или это был один из возможных исходов? Воу, пошел сюжет дальше. Доктор. Доктор, это вы? Is that you? Фрэнсис Сандерс. Don't you worry about Панк какой-то. Right now, не переживайте за доктора. Сейчас он очень занят со своей бесценной машиной. У нас есть время, чтобы сбежать. Я развяжу вас. Сбежать? Куда сбежать? Я не могу никуда сбежать. Он найдет меня, как находил раньше. Ошибаетесь по поводу твари. Не стоит находиться рядом со мной. Иначе кончите так же. Я чувствую здесь что-то неестественное. Какова же истинная природа твари, от которой вы бежите? У вас есть инстинкт. Вы чувствуете невидимое. Поэтому вы в опасности. Тварь, которая меня преследует, не из этого мира. После всего, что я видел на этом острове, я готов поверить. Не делайте этого. Не верьте. Иначе кончите, как и все мы. Что с вами произошло, мистер Сандерс? Это все Сара виновата. Сара и ее проклятые картины. Шутите? Сара Хокинс? Она самая легендарная. Нет больше художников, обладающих таким же даром и отмеченных таким же проклятием, как Сара Хокинс. Что вам известно о Хокинсах? Вам надо уйти, пока еще не слишком поздно. Я смотрел место, откуда начался пожар, и кое-что увидел. Вы думаете, что Чарльз Хокинс смог убить жену и имитировать собственную смерть? Что? Да нет, конечно нет. Он бы никогда так не поступил. Она была единственным смыслом его жизни. Не понимаю. Что происходит на этом острове? Мне так жаль. Мы не должны были встретиться. О чем вы говорите? Судьба. Она поймала вас. Не дайте ему увидеть себя. Или вы не сможете уйти. Не смотрите на него. Он так всех и находит.
кто найдет меня? Гость Сары Хокинс, бродяга. Сандерс, возьмите себя в руки. Без нее у меня уже не спасти. Нет. Сандерс. Воу. Крепота пошла. Что за хрень? Ау. Ломает ноги. Ё-моё. Но это безумие. Что его убило? What killed him? Опять газ. Так, лестница вниз. Здесь заперто. Здесь открыто. Damn. Проклятие. Газ. Пирс, просыпайтесь. Oh. Кажется, это будет Брэдли. Голова раскалывается. Потом, нужно убираться отсюда. Фух. Пирс проснулся в лечебнице для душевнобольных, обустроенной в подвале Версайского института. Он познакомился с доктором Колден, подругой Брэдли, которая помогла ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера, Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью, на глазах у детектива, он обвиняет Сару Хокинс в том, что это она виновата в его мучениях. Пирс наконец покидает проклятое здание в сопровождении Брэдли и Колден. Товарищи по несчастью решают использовать особняк Хокинсов в качестве укрытия. Это еще что? Класс, это ему снится, да? Вот он смотрит прямо на нас. Кто тут? That nightmare again. Снова этот кошмар. Нужно выпить. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.